Вместо одного крана на этой кухне их два. Из одного, как обычно, идет горячая и холодная вода, а из другого можно наливать свежее пиво. Один челябинский любитель пенного напитка реализовал давнюю мечту многих мужчин и провел к себе в квартиру настоящий пивопровод. Прокладывать трубу далеко не пришлось. Этажом ниже расположен магазин сети разливного пива. Андрей Еремеев, механик высшего разряда по образованию, пиволюб по призванию. Рассказывает, идея провести пивопровод коллективная и сначала была просто шуткой. Пришла в голову мысль, а почему бы пиво не установить прямо в квартире? Ну что тут всего-то, 10 метров труб бросить? Написали письмо руководству. Пришел ответ, пожалуйста, все, сейчас пиво здесь, все прекрасно. Я очень рад этому, что я осуществил свою мечту. Руководство сети слегка удивилось, посмеялось и дало добро. Даже выделило в помощь пиволюбам штатного инженера. Правда, с парой условий, чтобы юридически все было законно и технически безопасно. Как оказалось, законодательно нормы пивоснабжения частной квартиры не закреплены, но к вопросу решили подойти со всей серьезностью. По всем правилам подготовили проект перепланировки и оформили его в жилищной инспекции. Пивопровод подключается к отдельной кеге в холодильной камере. Все как положено. Фиксированная температура хранения, клапан для слива остатков, специальные трубы. Недавно мы открыли свою пивоварню, у нас осталось много оборудования. Подсоединили кегу гибкими шлангами, гибким соединением и подвели его к стене. В стене у нас в коробе проложена уже магистраль с нержавеющей трубы и оборудована системой охлаждения. По ней пиво холодное поступает уже к клиенту. Теперь Андрей Еремеев – душа компании. Знакомые выстраиваются в очередь, чтобы прийти и посмотреть на диковинку. О том, во сколько обошлось такое удовольствие, обладатель первого в мире пивопровода не признается, но утверждает, удовольствие того стоит.